полей олимпиад вы с честью вышли, и каждый здесь в познаниях силач. Здесь победители, гиганты мысли, и в будущем актер, учитель, врач. Традиционно в городском округе Химки награждают победителей Всероссийской предметной олимпиады школьников. Этой традиции более 10 лет. В этом году в олимпиаде участвовали более 3000 школьников. Из них 292 участника представили городской округ Химки на региональном этапе, по итогам которого в копилке команды более 160 призовых мест. Наши сегодняшние дети – это завтрашние лидеры жизни в целом. Через 10 лет они станут у руля управления хозяйством города, области, России. Вместе со школьниками победу праздновали и их учителя. Они долгие годы дарили знания детям и готовили их к олимпиаде. На торжественной церемонии награды получили 77 школьников и 62 педагога. Конечно, мы понимаем, что за победами наших детей стоит огромный труд и их родителей, и их педагогов, и организаторов олимпиад из управления по образованию. Поэтому вот вся эта команда сегодня здесь присутствует, и всем мы аплодируем и говорим большое спасибо. Подготовка к олимпиаде сложная и кропотливая. Потливый процесс. Работа не только детей, но и их родителей и преподавателей. Это чтение книг, посещение музеев и поездки в предметные лагеря. Члены общественного совета проекта «Химки. Интересно жить» со многими родителями вместе обсуждали инициативы, направленные на развитие Химок и создание условий для развития детей. Вы все настоящие лидеры. Россия гордится вами. У России прекрасное будущее и достойное оно. Но хочется напомнить ребятам две вещи. Первое. Огромное спасибо хочется передать вашим родителям за их поддержку, за внимание и терпение. И, конечно, никогда не забывайте тех, кто вывел вас на эту дорогу. Среди победителей есть трехкратные, даже семикратные чемпионы. Есть дети, которые победили сразу по нескольким предметам. 97 школьников и учителей получили денежные сертификаты. Многие ученики планируют потратить их на дополнительные курсы. Александр Гузаев, Николай Забродин. Новости Химки ТВ.